Я пришел на комбинат в 18-летнем возрасте, и тогда в голове мало что было такого, о чем мечтают. Не совсем понимаю тех людей, которые говорят, что для которых работа в тягость, которые ненавидят вот эти понедельники, которые радуются пятнице. Для меня вот никогда такого не было, потому что я всегда иду на работу с каким-то воодушевлением, что ли. Всегда какая-то для меня радость, что-то я должен совершить, и с работы иду с удовольствием. Я, наверное, в этом плане счастливый человек. Семья – это в первую очередь оплот. То есть для семьи-то все и делается, собственно. Часто едем на машине, увидят какой-нибудь салон: «О, папа, твоя машина, которую ты ремонтируешь». Семья или работа? Тут как бы нельзя выбирать. Без одного нет другого. Есть какие-то такие мечты, больше материального плана. Но я думаю, продолжая работать в группе «Илим», я смогу их осуществить.